что, закончила я баночки от жар птицы. Это будут магнитики. Правда, я никак не могу найти сами магниты. Долго вышивала я эти баночки, но если к предыдущим магнитам сами магнитики у меня сохранились, и, в принципе, от этого набора тоже все на месте, но куда-то я дела магниты. Ну ладно, это не страшно, в общем-то, я их еще поищу. Так, что здесь еще? Ниточка, вот так, нужно ниточку вот эту обрезать. Так, я их вырезала, уже вырезала вместе с вами в трансляции. Для тех, кто не видел, можете посмотреть, у меня была трансляция. И там я вышивала как раз вот эту вот баночку, вот эту вот с помидорами, но не успела довышивать. И потом после трансляции я ее продолжила. Очень люблю я наборчики на пластиковой канве, планирую еще их заказывать. И вот такая еще у меня есть работа. Это только одна половинка у меня готова. И нужно мне еще вышить вторую половинку. Несмотря на то, что Хэллоуин уже закончился, я все равно буду заканчивать эту игрушку. Она будет у меня как игрушка на веревочке. То есть, ну, пусть это тоже будет новогодний фонарик. Ну, потому что я не отмечаю сам праздник Хэллоуин, его за праздник не признаю. Ну, пусть это просто будет такой смешной шарик на елку. Хотя, смотрите, вот эти баночки по высоте тоже не маленькие. Я хотела к ним привязать веревочки, чтобы это тоже были игрушки. Ну, не знаю, пока я не решила еще, что с ними делать. Если не найду магниты, может, найду им какое-то другое применение. Вообще, все я их использую, как и игрушки для ребенка. Даю их играть Василисе, когда она приходит в гости. Меня нисколечко не пугает то, что с ними что-то ужасное случится. В принципе, ничего ужасного с ними случиться не может. Так, ну что, пока я отложу пластиковую канву и повышиваю что-нибудь другое. Я немного устала вышивать на пластике, мне захотелось сменить технику. И я решила начать набор от Наташи Гевки. Я, собственно, планировала его вышить к Новому году. Я уже делала обзор, у меня трансляция была, когда я вот эти наборы купила. У меня их три. И я люблю цветы, особенно вот такие вот яркие цветы. Здесь очень интересно окрашена канва. И я сейчас буду начинать вышивать этот набор. Размер в стежках 101×81 крестик. И 24 цвета Мулине DMC используются в этом наборе. Линда 27 здесь ручного окрашивания. Сейчас покажу, как она интересно окрашена. Ниточки вот на таком деревянном органайзере. Ниточки DMC. Вот такая канва. И вот, как вы видите, кусочек схемы. Многим интересно, какая схема. Вот видите, схема не цвета символьная. Она символьная, но здесь используются вот так три цвета. Цветосимвольное – это когда квадратик закрашен и сверху указан символ. Ну, схема чем-то мне напоминает схему Dimensions. Ну, в общем-то, удобная схемка, несложная. А я думаю, вышиваться будет быстро и легко. Титульный лист отдельно на глянцевой бумаге и на обычной бумаге формата А3. Схема. Ну, в общем-то, все продумано, все очень удобно. В принципе, мне нравится. Обратите внимание, какой фон. Вот так окрашена канва. То есть, с одной стороны она идет темнее, а с другой стороны посветлее. Здесь, в принципе, можно выбрать, какая сторона вам больше нравится. Но мне вот понравилось вот здесь. Здесь более так ярко, контрастно. Отсюда как будто блик идет солнце. Ну, в общем, здорово придумано, здорово окрашено. Не просто, как мы привыкли вот так видеть пеструю, да, окраску, а такая интересная окраска, как будто с той стороны идет освещение. Размечать канву, которая
ручного окрашивания маркерами нежелательно, поэтому я сейчас отмечу центр и буду вышивать от центра. Я не очень люблю вышивать без разметки, но в принципе здесь легкий рисунок. Я не думаю, что я запутаюсь или что мне будет сложно. В принципе, без разметки я уже вышивала. С разметкой мне намного проще, намного удобнее. Но вот видите, размер работы небольшой, поэтому я не запутаюсь. Ну, если даже где-то ошибусь на 1-2 крестика, я думаю, здесь не критично. Потому что рисунок такой акварельный. И посмотрите, есть еще несколько вариантов отшива. То есть на сайте у Наташи представлена эта же работа в разных вариантах. То есть на разной основе, и есть где много полукреста. Ну, в общем, я оставлю ссылочки, вы сможете перейти на сайт, если вам интересно, и посмотреть, какие есть еще наборчики у Натальи и какие есть варианты отшива именно вот этого цветка Севастополя. Хочу попробовать вот такие пяльца. Эти пяльца продаются в магазине Леонардо или Иголочка. Они очень дешевые. А вот эти пяльца для равномерки мне не очень понравились. В принципе, овальная форма очень удобна. Сюда удобно крепить схемку сверху. Но для канвы она подходит, а для равномерки не очень. Они мягкие. Вот видите, мягкие, да? И не получается тугая натяжка. Но, в принципе, я барабанную натяжку не очень люблю, когда вышиваю в два прокола. Вот. В принципе, одну работу я вышила на этих пяльцах, но, скорее всего, мне эти пяльца пойдут куда-нибудь для оформления. Ну, либо я буду вышивать на канве. Вот, как-то для равномерки мне эти пяльцы не понравились. И сейчас хочу протестировать вот эти пяльца. Это тоже пяльцы недорогие. Конечно, нурги было бы идеально. И еще я люблю вот такие дешевые пяльцы. Они у меня вообще незаменимые. Я их обожаю. Вот, если вот эти пяльцы мне не подойдут, то я не буду больше голову ломать, что мне использовать, буду использовать вот эти дешевые пяльцы. У меня есть одни пяльцы Нурги, но они у меня под другой процесс, я его покажу вам в конце видео. Какой еще у меня есть начатый процесс, который я планирую завершить к Новому году. Вот. Ну, в общем, сейчас буду тестировать вот эти вот пяльцы. Мне, в принципе, интересно попробовать разные, разных фирм. Но вот эти пяльцы были самые дешевые из вот таких вот резиновых пяльц. Я пометила серединку, вот так вколола иголочку. Ну что, а вот эти круглые пяльцы, они намного удобнее, чем овальные. То есть они как-то лучше держат натяжку. Они мне понравились. Правда, я еще не вышивала, но вот так на первый взгляд, ну вот видите, не совсем барабанный получается. Вот так я палец подставляю и в два прокола вышиваю. Я думаю, для того, чтобы вышивать в два прокола, вот эти пяльца подойдут идеально. Но, конечно же, подробнее я смогу рассказать только когда уже вышью какой-нибудь фрагмент. Хочу с вами поделиться промежуточным этапом, сколько я уже вышила. Я уже близка к завершению. Мне нужно еще довышивать вот этот цветок и сделать бэкстич. Вот я уже сделала бэкстич вот на этом участке. Мне очень хотелось посмотреть, как будет смотреться этот цветок. Пяльца, смотрите, как пришлось мне запялить. Ну, понятно, что можно было взять маленькие пяльца. Вот. Но понравилось мне вышивать на этих пяльцах. Единственное, вот, единственное, что, конечно, вот здесь натяжки не хватает, но поскольку я вышиваю в два прокола, вы видели, да, я показала, как я вышиваю, мне, в принципе, удобно, нормально. В общем, завершу. Я думаю, что в конце этого видео вы уже увидите готовую работу. Я надеюсь, мне ничего не помешает ее закончить. Вот моя изнанка, хотя я уже каждый раз говорю, что я ей внимания не уделяю.
На первый взгляд кажется, что работа легкая. Нет, работа не легкая. Очень часто меняются цвета. Очень большое смешение цветов. Вот здесь бленды. Ну, мне казалось, что эта работа легче. Но и как раз из-за того, что возникают такие сложности, работа выглядит очень красочная, красивая. И у меня даже есть магнитик вот такой вот, очень похож на этот цветок. Вот. И вот здесь пчелка. Девчонки, я сразу на превью не разглядела. Я думала, что здесь на цветке капельки воды. А на самом деле это пчелка. Ну, в общем, в конце вы увидите. Я сделаю бэкстич. Работа смотрится намного ярче и красочнее, чем на превью. Но я нисколько не разочарована этой работой. Мне все очень-очень нравится. Обалденно смотрится, красиво. Ну что, я завершила работу. Очень быстро она у меня продвигалась. Несмотря на то, что здесь много бэкстича, разными цветами выполняется. В принципе, наверное, это было самое сложное. Для тех, кто не любит бэкстич, может быть, и было бы сложно. Ну, я, в принципе, к бэкстичу нормально отношусь. Конечно, если бы его было еще больше, может, это меня и утомило бы. Но, в принципе, все нормально. Хочу показать вам для сравнения превью. Превью немножечко темнее выглядит. Но это нормально. В принципе, все фото и все видео всегда дают свой оттенок. Поэтому, ну, в принципе, это нормально. Вот, видите, я думала, что это капельки росы. Но это пчелка. Когда я начала вышивать, я уже поподробнее разглядела. Когда изначально смотрела, я не поняла, что это пчелка. Но на самом деле это пчелка. Вот как она у меня получилась. Вот здесь в середине цветочка очень много мелкого бэкстича. Ну, в принципе, нормально я с ним справилась. Работа в целом мне очень нравится. Оформлять я ее не буду. Эта работа у меня будет лежать в рулончике. Когда буду ходить на встречу вышивальщиц, я буду ее с собой брать. Тем более, что край, вот как видите, обработан. Мне его не нужно обрабатывать. Это, в общем-то, классно. Потому что у меня нет оверлока. Ну, могла бы я обработать зигзагом, но, в принципе, этого не делаю. Так, какой я допустила косяк? Что я сделала не так? Я сама была удивлена. Работу стирать я не планировала, потому что она небольшая, вышивалась она быстро. В принципе, здесь нет у меня абсолютно ни таких мест, которые бы требовали стирки. Но когда я начала работу разглаживать, я увидела вот этот полукруг. Сначала я подумала, что это заломы от того, что пяльца, да, вот была натянута работа на пяльце. Я намочила вот это место, но, как видите, этот круг от пялец все равно видно. Так, ну что, хорошо я протестировала пяльцы, да, вот эти дешевые. В принципе, пяльцы удобные, как я уже говорила, но что могло испачкать канву, я не могу предположить. Мне кажется, что это сама краска. Но я очень надеюсь, что, может быть, они настолько были грязные. Хотя на руках у меня ничего не осталось. Руки-то у меня чистые. В общем, девочки, причем смотрите. Ну, здесь явно видно, что это не от рук. А явно видно, что этот залом внутри. Вот видите, здесь бороздка такая. То есть испачкаться она могла, вот видите, здесь внутри. Вот они как раз, вот эти вот две полоски. Так, ну что? Придется стирать, хотя не планировала я стирать. Я, в принципе, не уверена, что это стирается. Я боюсь, что это краска. Хотя, если это была краска, то почему с этой стороны не испачкалась, да? Если, в принципе, даже это грязь, ну, может быть, она была бы полностью вот так вот по кругу. В общем, для меня загадка, но здесь явно видно. Вам вот плохо сейчас видно. А мне, в принципе, видно, что это цвет вот.
Ну, в общем, прям вот ровно по всем местам. Вот, видите, особенно наверху. Ну, вот здесь я уж руками точно не держала. Первоначально, может быть, я бы подумала, что это от рук, хотя я всегда тщательно мою руки с мылом, когда беру работу. Но вот здесь наверху я вообще не держала пяльца, поэтому думать о том, что это от рук, это вообще абсурд. Вот, поэтому, девочки, ну что? То, что я намочила и пыталась отгладить, это не помогло. Сейчас попробую застирать. Если не отстирается, то это 100% вот эта вот краска. Ну, в общем, вот такой небольшой, маленький, такой неприятный момент. Ну, куда деваться. Так, пяльца, как видите, форму потеряли. Были круглые, стали овальные, потому что они очень мягкие. Хотя вышивать на них было очень даже удобно. Но я теперь боюсь на этих пяльцах вышивать другую работу. Лучше мои за 30 рублей пяльцы, честное слово. Девочки, прям не хочу даже уже ничего тестировать. Поскольку я гладила работу на полотенце, буду использовать сегодня как фон. Посмотрите, какая у меня есть красота. Это фиалочки, которые сделаны из бисера. Вот видите, ручная работа. Помните, в гостях была Дарина, подружка Алины, и она делала розу, показывала. Но это не мастер-класс был, просто она показывала, какие работы она делает. И вот такую она сделала фиалочку и подарила ее мне. Посмотрите, какая прелесть. Если вам интересно бисероплетение, то можете посмотреть у меня на канале, есть видео с Дариной. Ну что, девочки, постирала я работу. Ничего страшного с ней не произошло. Хорошо, что это была не краска. Это все-таки, видимо, была пыль, как вот работа висела. Вот эти пяльцы как висели, видимо, на стенде. Или где-то они лежали, и вот здесь они наверняка были грязные. Девочки, никогда мне не приходило в голову мыть пяльца перед тем, как я начинаю работу. За столько лет моей практики это случилось впервые. Ну вот, видимо, потому что вот здесь вот такие бороздки. Я даже не знаю, как так могло произойти. Я не вижу этой грязи, пыли не вижу. Но вот именно было вот здесь вот так. Две бороздки. Видимо, как вот они висели, наверное. Наверное, долго они висели на витрине, что ли. Вот. Причем это было, видите, только с одной стороны. Вот. Ну, ладно. Зато я протестировала набор, что его можно стирать. Там, по-моему, написано, что можно стирать в прохладной воде. Я стирала в теплой воде, причем стирала туалетным мылом. Девочки, если вы мылом стираете, то смотрите, чтобы мыло не было детское, с ромашкой, с чередой, чтобы оно было белое. Иначе тоже могут оставаться пятна. Вообще, я работы все стираю ванишем. Я чуть-чуть добавляю ваниш для цветного белья и стираю. Но здесь я только чуть-чуть намылила вот этот вот край. И, кстати, было интересно, что произойдет с краской, потому что канва ручного окрашивания. Мало того, что ничего не произошло во время того, как я стирала, ничего не произошло в то время, когда я гладила. И вот видите полотенце, да? Я закрутила рулончиком, чтобы вода впиталась. И, как видите, ничего не полиняло. Вот. Многие говорят, что нитки DMC красные, зеленые линяют. У меня не полиняли ни нитки и ни канва вот этого ручного окрашивания. Как видите, специально вот я взяла однотонное полотенце, чтобы было видно, останутся ли пятна или не останутся. Ну, как видите, вообще все прекрасно. Вот. У меня еще два наборчика есть от Наташи. Планирую их вышивать. Ну, вот это первая работа. Я очень-очень ей довольна. Много полукреста. Вот видите, вот здесь используется полукрест в одну нить, в две нити. Вот здесь чередуется полукрест и крест. Ну, очень нравятся мне вот эти цветы, вот этот эффект такой прозрачности. Ну, просто классная разработка. Ниточек в наборе всех хватило. Проблем с этим не возникло. Не нашла я ни одного минуса. Наташа мне сказала, если будут какие-то косяки, мне скажи. Я не заметила ни одного косяка. Девочки, это честно. Ну, не знаю, к чему здесь можно придраться.
На мой взгляд, вообще все прекрасно. И как видите, даже саму канву я протестировала, постирала ее и погладила. Ну и следующая работа, которую я хотела вам показать, это вот такой наборчик. Это ботаническая серия Вероники Аженер. Эти схемы можно купить у парижских вышивальщиц. Вот такая вот у меня схемка есть. И вот, как видите, на каком этапе я остановилась. Да, пяльцы Нурги, надеюсь, меня не подведут. Хотя вот они металлические. Надеюсь, с ними не будет таких неприятностей. Во всяком случае, от девочки я никогда не слышала, чтобы что-нибудь подобное случалось с этими пяльцами. Вот, но пока что они у меня одни. Вот, как видите, работа запялена. Я очень жалею, что я не сняла эти пяльцы и не переодела вот на ту работу. Я как-то не привыкла работы снимать с пялец, но, наверное, я буду это делать. У меня очень много процессов. Либо буду использовать дешевые пяльцы пластмассовые, которые по 30-40 рублей. Но вот эти одни пяльцы, и, наверное, я больше экспериментировать не буду. Буду вышивать вот на вот этих пяльцах Нурги. Очень они мне нравятся. Особенно вот для равномерки. Такая получается хорошая натяжка. Ну вот, как видите, одну розочку я уже вышила из трех. Хотя здесь две розы и бутон. Вот, две большие розы и бутон. Ну, в принципе, уже нормально. Нужно продолжать. Хотя нужно повышивать новогодние сюжетики, я думаю, я по ним соскучилась. Ну ладно, то, что я буду вышивать на следующей неделе, дальше будет видно. Заранее я никогда не планирую. На этом свое видео заканчиваю. Всем большое спасибо за просмотр. С вами была Инесса. Всего вам доброго. Пока-пока.